Леонидович, уважаемые участники в круглых столах, ну, я хотел бы вначале поблагодарить Организацию интеграции и развития за сегодняшнюю встречу. Встреча будет вспомнить правильно актуальную тему. Здесь, в Доме русской книги, в достаточно оперативном режиме, чтобы обсудить то, как нашим странам надо реагировать на происходящие цели. Также хотел бы отметить для начала, что мы в этом году отмечаем юбилей наших дипломатических отношений Российской Федерации Республики Казахстан с Республикой Армения, 30 лет. Касается нашей России и Армении, то в этом году еще один месяц у нас будет 25 лет. Касаемо такого отхода сотрудничества взаимной помощи. И также еще есть один. 2 января мы отметили 7 лет с момента вступления Армении. Ну, такой полный юбилей. Тем не менее, хотел бы также отметить, этому была приурочена публикация вашей организации сборника статей «Сегодня членство Армении в ЕАЭС. Успехи в уроке перспективы евразийской интеграции», в котором наглядно демонстрированы те достижения, которые достигнуты Армения за год своего членства в Союзе. Ну, сегодня, конечно, то есть Российская Федерация, ее партнеры, союзники, наши информационные объединения испытывают серьезный прессинг в связи с тем, объективно создает
тому же назначили посылки с очень серьезных изменений в политической, экономической архитектуре мира. Вот в этой связи я хотел бы сказать, что вот это все при всех сложностях, очень больших сложностях для России и партнеров, для наших информационных объединений открывает и новые возможности. Замечательно, что сегодняшнее создание ЕАЭС фактически совпало, начало его функционирования фактически совпало с первыми российскими санкциями, которые были введены Западом в отношении России в 2014 году в связи с соответствующими событиями. Далее была пандемия, когда те потрясения мировой экономики, которые эта пандемия вызвала, но несмотря на все проблемы, Евразийская интеграция не просто продолжалась, но успешно развивалась, показал рост экономический. Показатели в ряде сфер и, главное, показала востребованность и эффективность нашего союза. Нынешние санкции, конечно, по своему масштабу беспрецедентны, но это одновременно и хороший стимул двигаться вперед, в том числе и наращивание собственной продукции. Вот одних продуктов создают ниши, которые можно занимать. Также я думаю, что нынешняя ситуация стимулирует нас в ускорении сближения Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один плюс один путь». Я вот идеи нашего евразийского партнерства, которое было нашим президентом. Мощный экономический потенциал имеется и в Шанхайской организации сотрудничества. Важным направлением нашего интеграционного взаимодействия в нынешних условиях видится и расширение использования национальных валют наших государств. Импортозамещение, в том числе в тех отраслях, которые определяют научно-технический прогресс. Особую актуальность в связи приобретает вопрос промышленной кооперации между нашими государствами. Как считают эксперты, здесь необходимо подключение правительственных макроэкономических регуляторов, что позволит задействовать имеющиеся у нашего союза ресурсы, научный потенциал оперативно отвечать на возникающие вызовы в Европе. Заместитель министра иностранных дел России Панкин в одном из интервью подчеркнул, что новые антироссийские санкции не просто пройдутся рикошетом, а вероятно ударят кувалду по нашим союзам, по ближайшим экономическим и торговым партнерам в евразийском пространстве. Мы хорошо понимаем, что линия на изоляцию России будет проводиться в том числе и применительно отношения между нашими союзниками в рамках Евразийского экономического союза, это не скрывается, наш союз всегда был, скажем так, раздражительным для Запада. Но мы рассчитываем на то, что общность наших интересов, наша экономическая взаимосвязанность, взаимозависимость будут диктовать
внимание, что нам надо все-таки оставаться вместе, развиваться вместе. Судя из того, что эти сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, которые еще могут возникнуть, мы общими усилиями в рамках, в том числе и Российской Федерации, сможем преодолеть и усилиться. Thank you.